В Якутске регулярно появляются новые дома, улицы и микрорайоны. Ветхие дома сносят, исчезают целые улицы. Но есть и такие, в состав которых входят лишь пару домов, а самой короткой улицы в столице. Материал Марферина Алексеева. Улица Северная. О ее существовании знает далеко не каждый коренной житель города. Примечательно, эта улица совсем не своей историей, а тем, что на ней находится всего одно здание. Располагается улица в Губинском округе, рядом с улицами Богатырева, Водников, Губина и Федора Попова. Город разрастается. Раньше, если на этой территории были небольшие квартала, деревянные двухэтажки, наверное, стояли, да, вот улица была здесь вот рядом с Губина, параллельно шла вот до Черяева. И, соответственно, с освоением вот этих участков эта улица теряется. Буквально вот этот дом, он остался один с таким же адресом. Да. Жители единственного дома на улице рассказывают о неудобствах их положения. Эта улица, оказывается, не все знают, даже не знают, как проехать. Вот таксисты спрашивают постоянно. Ага. И даже вот знакомые всегда спрашивают, какой там район, где находится. Не все так знают. Даже вот жители Якутска, которые давно здесь живут. А поменять название, присоединив дом к рядом стоящим улицам, процесс долгий и энергозатратный. Поменять полностью все документы жителей, которые живут вот вдоль этой улицы, это вообще нереальная задача. Да? Процесс изменения документов, да, вот в многоквартирном жилом здании, очень, все граждане должны поменять свои документы. Соответственно, это отражается на всех документах. Поэтому сложно, и такие жилые дома, они как бы остаются со старым адресом. Административное здание еще можно поменять. Переименовать административное здание намного проще. Так исчезла улица Толстого, расположенная в Центральном округе. Последний дом Толстого, 20, стал Курашова, 28/3. Город растет быстрым темпом. Открываются новые улицы и микрорайоны. Если раньше почти всем улицам присваивали имена известных личностей, сейчас к подбору относятся иначе. Запускаем опросы. Люди нам дают предложения, ты сами организовываешь такие предложения, да, вот сбор предложений. Там сейчас уже не привязываются к, ну, к фамилиям, да, улица Рябинова, там любимые, оптимистов, например, да. И как-то концептуально вот эта тематика задается. Ну вот микрорайон Северный, да, тоже вот очень много интересных там наименований. Кстати, там вот улица Большая, которая вот исторически у нас была, на проспекте, тоже там вот она присвоена. Небольших улиц в Якутске немало. К ним можно отнести улицы Ломоносова, Стадухина, Шавкунова и Речников. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск,